Дело в том, что историки располагают письменными источниками довольно поздними для того, чтобы изучать историю, скажем, украинского народа. Это источники, которые возникли в лучшем случае в XI веке, какие-то в X веке, которые некоторые чуть раньше, хотя там уже следы могут теряться. И основным источником ранней предыстории восточных славян и украинского народа это данные археологии и лингвистики. Но здесь есть одна проблема. Дело в том, что археологические материалы хорошо локализуются, определяются на месте, но хорошо датируются. Но мы не знаем, на каких языках говорили их носители. Никто не писал, что сделано в Китае, сделано славянами.